Всем привет! Сегодня у нас будет маска для лица из картофеля. Картофель богат на микроминералы и витамины. Рецепт маски очень прост, а результат – здоровая и гладкая кожа. Берем одну небольшую сырую картошку, трем на терке и отжимаем сок. Получилось примерно 2 столовые ложки сока. Теперь добавляю пол чайной ложки соды пищевой и 1 чайную ложку сметаны либо йогурта натурального. Маску перемешиваем тщательно и идем наносить. Маску наношу на очищенную кожу косметической кистью. Картофельная маска отбеливает кожу, осветляет пигментные пятна, разглаживает морщины, сужает поры, придает коже упругость и эластичность, избавляя от прыщиков и угревой сыпи. Такая маска подходит для любого типа кожи. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения, всем пока!